Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде невелике ексклюзивне інтерв'ю з моїм другом Денисом Фадієвим. Давно я хотів у нього взяти інтерв'ю, я думаю, не тільки він, але чомусь він не погоджувався. І ну, сьогодні у нас така нагода є, тому перейдемо до справ. Вітайте, я Деніс. Привіт! Всі Деніса знають, тому не буду його дуже представляти. Останнім часом тебе дуже так стало багато на Ютубі. І ти засвітився як блогер. Раніше цього не було. Ну, ти виступав там, на тебе запрошували на семінари і так далі. А зараз ти ведеш свій канал. Чи це не свій канал Honey Money? Що це за канал? Можеш трошечки з цього почати? Ну, всім привіт. Це мої підписники, Ванини підписники. Це, кстати, ідея була ще... После создания Евгения Черняком создания канала Big Money. Канал про гроши там. Да, да. И я сразу же думаю, блин, было бы так классно, чтобы кто-то брал интервью у пчеловодов, то есть у успешных пчеловодов, чтобы спрашивали какие-то, может, секреты, может, чтобы они рассказали свои истории. И у меня вот появилась такая мысль, что, может, этот человек буду я. Поспрашивав вообще в принципе о ситуации, сколько стоит оператор, реальная съемка, сколько стоит студия, аренда. И тогда, это где-то около 3 лет назад было, я осознал, что в принципе я это не потяну один. Есть мои друзья, они организовали в Украине медовую биржу, да, Гарри и Саша. Так, так. Многие его знают, и ты их знаешь лично, да? Я с ними познакомился в Харькове, когда они только начинали. И, как оказалось, по стечению обстоятельств, что они родились в одном и том же городе, как и я, в Казахстане, город Джамбул. Сейчас он Тарас называется. И мы как-то сдружились, и я был у них в гостях в Германии, они в Украине очень часто ездят, и реально... Я им рассказал свою идею, что есть такой вопрос, и совместно мы решили организовать этот YouTube-канал, то есть, и я вижу, что он действительно успешный, у нас получается, потому что действительно один бы я его не потянул. А ребята очень прогрессивные, то есть у них такая крутая команда, потому что Honey Money занимается не я один, а нас 6 человек. То есть это редактора, это монтажеры, операторы, отдельно кто маркетингом занимается, анализ Ютуба, это тоже важно. Это целая команда. Да, это очень, это большая команда, которая реально из всех их пчеловодством разбираюсь только я, и мне иногда, конечно, очень тяжело, и с им со мной тяжело, потому что есть много нюансов в этом. Деле, просто люди знають свої справи, працюють, ну, в бджільництві, вони да, якби, да, не дуже. К сожалению, тому... Да, что тому они є ще якісь пчеловод. Ляпи, якби, да? Да, бувають ляпи, но я понимаю, що ми ще учимося, ми достатньо молодий YouTube-канал. Так, йому рік є вже? Ну, чуть-чуть більше года, ну, вже більше 16 тисяч підписчиків. Ну, за рік це доволі таки непогано. І просмотри у нас глибина просмотрів отлична, то есть люди нам довіряють, смотрять і активно з нами комуніцірують. Ну, в принципі, ти відповів на моє питання, бо я хотів задати, яке відношення має саме медова біржа до YouTube-каналу. Ти, в принципі, відповів, бо часто в самих відео вискакує реклама медова біржа. Тобто це сумісний проєкт, можна так сказати. Ну, звісно, да. То есть, також є і реклама моїх, допустим, маток із Германії, ульєв, також медова біржа. Я розумію, що без реклами ну, не будет продвигаться проект на одном энтузиазме. Нужно, получается, откуда черпать деньги. Потому что, в принципе, в деньги вкладываются большие, и они просто не возвращаются, к сожалению. Ну, это все зрозуміло. YouTube, допустим, платят вот за последнее видео, которое набрало достаточно 50 тысяч просмотров. У нас пчеловоды почему-то думают, что это там платят десятки тысяч гривен. Нам заплатил YouTube всего 1000 гривен. А себестоимость видео, ты же сам понимаешь, намного больше. Попрацювати так багато, велика команда, так і є.
Тут часто є таке хайп, таке слово хайп, і я знаю, що ти читаєш. Ну, ти, напевно, читаєш коментарі, відповідаєш, там я слідкував трошки. І от є багато таких хейт, не хайпа, хейт. Хотів сказати, хейту. Як оце ти відносишся до цього? Ти вже відчув, от я особисто відчув на своєму каналі оце неадекватні коментарі, люди є різні. Як ти от до цього? Ти ж вже став якби, ну, повноцінним блогером. Тому... Ну, читаю всі коментарі, неадекватні коментарі, відповідаю з умом. Не, на неадекватні теж відповідаю з агресією, тому що чомусь у нас люди понимают только силу. Вот, начинаешь с ними сюсюкаться в комментариях, они начинают дальше тебя обливать грязью. Я не знаю, почему так логически. То есть пытаешься ему что-то объяснить, ему все равно. И я считаю, что конструктивная какая-то критика, она точно должна быть. Люди говорили нам, что не понравился диктор. Мы меняем диктора. Не понравился со звуком, да, со звуком мы вопрос решаем. Понятное дело, что мы учимся, и мы вопрос решим, будет все идеально и созвучно. Но иногда, конечно, удивляют такие комментарии какие-то. Люди не понимают, что нужно видео сделать настолько, то есть короткое, его невозможно сделать 5 часов. То есть оно должно быть примерно полчаса, и оно должно быть нейтральным. Почему-то люди подумали, что я должен задать каждый вопрос индивидуально о какой-то разной, там, сколько рамок откачивают, какая порода, как отводки делают. То есть насколько скрупулезно, столько времени невозможно снять видео. Оно будет просто ютубом, ну, неинтересно, и глубина просмотра будет очень низкая. Так что кому-то интересно про откачки меда, кому-то интересно весеннее развитие, кому-то интересны породы. Понятное дело, что всех мы не сможем ответить на все вопросы. Но есть же телефоны в интернете. Вы узнали человека, он всегда ответит на ваши какие-то вопросы индивидуальные. Ну и, конечно же, к хейту я привык. Потому что я еще на форуме на Точку очень активно спорил, общался и, можно так сказать, воевал, да, потому что словом воевал, потому что люди обижались, и потому что я же один из первых начал завозить маток из Германии, а на то время это было дико. И люди очень агрессивно к этому относились, там, и угрожали мне, и налоговой, и полицией, и судом, ну, и так далее. Люди разные. Да, но я готов к конструктивному диалогу и готов агрессии ответить на сильную агрессию, если человек не понимает слова. Так, це мені зрозуміло. От ти тільки що сказав таке про Точок, про завоз маток, якби, і я хотів би запитати в цьому напрямку. Як ти вирішив зайнятися от саме матками, завозом маток за кордону? Можеш трошечки в цю історію розповісти нам? Ну, я, знаєте, коли так на перші роки пчеловодства, ми всі починаємо просто читати велику литературу, то есть много литературы, много форумов, ютубов. И попробовав местных пчел, то есть я не говорю, что они были какие-то чистопородные, я говорю просто местные пчелы. И когда у меня была 21 семья, насколько я помню, у меня были действительно проблемы с соседями. И я, посмотрев видео, есть немецкое пчеловодство, там женщина, да, так в волосах, там, да, кудрявые, да, цикавые видео. Очень интересное видео, я просто восхищен ее был работой, и это же была порода карника, и так, она там працевала, да, без масок, с волосом, да, распущенным, да. И я, честно, так воодушевлен был, и я начал искать, где я могу заказать карнику, нашел на российском сайте объявление Сергея Рауш карникой. Тобто ты починав с карники? Да, да, и я у него заказал, ну, как я к нему обратился, но он сказал, что нужно минимум хотя бы 10 штук, чтобы можно было отправить.
Ну, мне было 10 штук на то время не нужно было, мне нужно было всего 2. И я, то есть, заказал 10 и, грубо говоря, на продаже еще 8. Но на тот момент я был достаточно глупым и не понимал всех нюансов вообще, перевозки, риски. В итоге одна матка вот погибла, и мне пришлось из своих 2 отдать человеку свою же матку. И компенсировав, ну, за свой счет, конечно, потому что человек не понимал, что, ну, риски есть риски. Он почему-то посчитал, что я должен на это все положить. Потом первый завоз, на следующий год я уже завез другие, кто-то обратился. То кто-то без подобалось? Ну как, я понимал, что кроме меня, мне материал никто не привезет. Угу. И потом я уже как бы пытался попробовать уже другие породы и бакфаст, и оно пошло снежным комом. То есть люди сарафанное радио начали передавать. Я уже выработал определенную технологию. То есть как быстро принимать заказы, как коммуницировать с пчеловодами, как собирать, оплачивать заказы, как гарантировать заказы, сколько они должны стоить, логистика, быстрая логистика. То есть уже по последние годы мне вообще уже обращаются с разных стран помочь доставить и прилетали. Мои друзья с Узбекистана, с Киргизстана, с Азербайджана прилетают в Киев, забирают маток, потому что они знают, что я в Киев доставлю их быстро, без проблем, и уже налаженные каналы определенные. И сколько ты уже років працюешь, ну вот завозишь маток? Я пытался четко посчитать, скоро будет 10 лет. Уже. 10 років. Да. За ці 10 років ти багато про себе почув, хорошого і поганого. Я до сих пор продовжую вислушувати. І що більше замовляють? От по твоїм, ну ти ж все-таки якусь статистика є, вимальовується за ці роки Бакфаст, Карніка. Я скажу, що... Вибач, і що більше підходить на твою думку? От як, що замовляють і що підходить для наших умов? Смотри. У меня хранится за журналы последние, ну за первые годы я не хранил информацию, за последние года 3 у меня даже ДТНки хранятся все. Угу. То есть, а журналы за последние, наверное, лет 6, даже или, наверное, 7, то есть журналов. И я считал, то есть преобладание. В самом начале, конечно, заказы были карнику, я Бакфаст не привозил. Потом, вот я скажу, вот по 14, 15, 16 год был какой-то хайп Бакфаста. То есть, был какой-то... Да, всплеск, то есть было 70% на 30%. Ага. То есть примерно так. Со временем, то есть это был хайп, потому что все пытались его попробовать. Кто-то до этого пробовал карнику, и все начали, кто карнику, попробовать Бакфаст. Но со временем я считаю, что уже рынок примерно устаканился в Украине. То есть уже большинство пчеловодов попробовали. Угу. И карнику, и Бакфаст, даже итальянку, там, и украинскую степную, карпатку местную. То есть кто что уже хотел, вроде бы уже попробовал, нащупал свою пчелу. Потому что я всем говорю, что не бывает идеальной пчелы для всех. То есть каждый должен подбирать породу под свои условия пчеловождения, под технологию пчеловождения и медоносные угодья. Угу. Потому что, ну, допустим, 2 соседа. Один занимается пыльцой, другой занимается пакетами. Ну так. Как может быть для обоих одинаковая порода? Кто-то занимается маточным молочком. Ну, это невозможно подобрать под всех идеальную породу. И сейчас я примерно скажу 50 на 50. То есть карника Бакфаст. Замовлення, по замовленню. Да, да. Угу. Примерно уже выровнялось. Вот примерно. Но есть областя, которые там 90 на 10% карника. То есть, допустим, Волынь, да, если взять, там практически Бакфаст никто не заказывает. Ну, в принципі, це, напевно, зрозуміло за те, що, дивись, Західна Україна, у них Карпатка в основному, ну, як правило ж. І тому вони більше, якщо й замовляють щось із цього, то карніку. Хоча, наскільки відомо, і Бакфаст також замовляє. Просто із-за цього. Більш Східна Україна, там степова, більше підходить якби Бакфаст. Можливо, ще є ось такі?
Я, честно сказать, думаю, что многие пчеловоды все-таки не заказывают Buckfast, у них какой-то и психологический есть барьер. Вот у них есть вот карника, она серенькая, вроде бы похожа на местных пчел, а вот Buckfast для них дикая. И они еще частично боятся, как в обществе их и воспримут. Есть же и Buckfast, и сиренька. Ну, это нужно тоже подбирать, но сам факт, что они вот не как-то по-своему. Хотя я знаю пчеловодов, которые в условиях Прикарпатья, в Карпатах активно используют Buckfast и очень довольны. И даже Закарпатье. У мене таке це питання, воно дуже часто звучить, не тільки в нас, і в Німеччині, і так далі. Паспорта. Паспорта на маток, і от таке, чому у нас наші пасічники, наші люди часто звертають увагу на паспорт, а не на матку. Тобто, ну от, по паспортах, можеш пару слів? Я взагалі не розумію, чому, ну от, може, як-то час їх как-то обучило, что на любую какую-то печать они почему-то считают, что это гарантия. Тем более сейчас у всех уже в телефоне документы, ДИА есть, да? То есть там не нужны никакие печати, вот эти твои документы. Но им нужны какие-то печати, какие-то презентабельные бумажки. Это уже не довіра просто, что если какая-то есть бумажка, это уже больше, как довіра. Ну, я считаю, я всем своим клиентам говорю, здесь все делается на доверии. Вы доверяете мне, я доверяю немцу. Если вы не доверяете мне, вы будете искать какие-то детали. Вот я считаю, что здесь все делается на взаимном доверии. Ну, в принципе, можно же перепроверить завжди. Якщо ти завозишь, до прикладу, від Рауша карнику, завжди ж можна зв'язати з Раушами і так далі. Вот именно. То есть, дело в том, что людям не нравится одного матковода паспорта, нравится более другого матковода паспорта из Германии, да? И они, то есть, если один какой-то паспорт не очень был, я помню этот год, лет 6 назад, когда я первый раз взял маток, или 5 лет назад, Петер Штофен, или Ванденборг, я помню, что паспортов вообще не было, было просто А4 бумажечка, и там было просто написано, что вот номер матки номер 70, это такая-то, да, и люди потом там со злостью ко мне обращались, а как же так, что это такое? И люди не понимают, что для меня очень легко сделать паспорта. Ну, паспорт, в принципе, напечатать, это не проблема в Украине. Это не проблема в Украине. И если бы я хотел обмануть, у меня были бы такие красивые паспорта, и там было бы 10 печатей. И отпечатки даже. Ну, я згоден. Все можно перепроверить, конечно же. Ну, а чому так? Ну, в принципі, німці, вони ж знають про таку ситуацію з паспортами. Ну, чому так відбувається, що вони передають маток без паспортів? По якій причині? Так вот именно, что они не понимают. Это запрос только наш. А, тобто... Особо... Ну, вот у карники, да, там есть какие-то определенные паспорта, да. У буквальщиков нет единого паспорта. То есть, какой он захотел, как такой он и сделал. И ведь паспорт – это только информация. Папа, мама. Все. Ну, по сути. Так. И если у тебя есть эта информация не в паспорте, а на какой-то там... Ну, я скажу, что даже, Ваня, я тебе скажу, что в этом году у меня была ситуация, что один из моих поставщиков просто забыл конверт с паспортами. Он спешил к водителю, забыл этот конверт дома, а это нужно было 180 километров ему проехать. И он уже говорит: Денис, я тебе перешлю на следующей неделе, но я понимаю, что я получаю маток на следующий день. Тобто все клиенты будут отримать без паспорта. Я их записал себе, то есть я людям сказал, что есть на клеточке, же дублируется информация вся. Ну, так. Что и на паспорте. То есть она дублируется, там есть папа, мама. Я им это объяснил. И я скажу, что у меня на следующий, наверное, когда я уже получил этот конверт с паспортами, из этой вот такой пачки паспортов,
Всего запросили эти паспорта, ну, человек 5. Ну, трошки людей вже. Ти ж працюєш вже не перший рік, багато хто тебе знає. Уже просто, я ж говорю, що тут є така база клієнтів большая, що, ну, якщо так грубо сказати, то около, за все це время около 5 тисяч чоловік. 5 тисяч чоловік. Это... Ну, це досить так велика кількість. Це тільки по людях. А, ну, да. От я особисто беру не одну матку в тебе, тому це велика кількість. І скільки років? Постійно, практично. Да. Я з 13-го року на карниці, ну, з тобою ми працюємо з 15-го, напевно. Так ні, і зараз люди, извини мене, люди зараз облінились з нової почтою. Вони вже... Ну так, я пам'ятаю свої перші матки, я їздив за 200 км. В Дніпро, щоб отримати свої дві матки з Германії. А зараз матки переїздять прямо додому, нема проблем. В тебе особисто зараз на пасіці яка порода бджіл ти тримаєш? В основному бакфаст. Ну, зараз опять хочу попробувати карніку. Чому? Ну, я от вижу, що мої условия пчеловодження немножко змінились. У мене распахали болота, сейчас яры, сейчас у нас очень активно раздаются паи, там, паи, земли, ну, все, да. И я смотрю, что условия пчеловождения становятся все хуже. И если раньше было огромное количество полей с подсолнухом, да, и даже рапс был активно, то сейчас наши поля скупили большие агрохолдинги, которые занимаются, у них свинофермы. І вони год на год садять кукурузу. Це я зрозумів. Ну, з цього логічний такий висновок я роблю, що якщо ти хочеш, ну, зменшення медової бази, можна так сказати, на твою думку, значить карніка більше підходить для менших медозборів? Чи... Ну, смотри, мені дуже понравилась карніка ізначально. Последний год, коли я вирішив від неї відказатися, у мене була ситуація, коли было много подсолнуха, и у меня просто семьи самоуничтожились, грубо говоря. Угу. То есть они настолько изработались, что в зиму мне приходилось там с 4, с 5 семей собирать одну. Угу. Ну, да, меда я получил, конечно, результат был, но у меня параллельно как раз в это время был бакфаст, и он принес не менше меду, при этом пошли сильные семьи в зиму. Тобто, так, резюме, карніка, вона на більш таких спокійних взятках, бакфаст на таких бурних, таких, щоб вона... Ну, хто качує активно. Так, тобто, це так. Я це побачив на тобі, апікс. Тримаєш ти у себе на пасіці у воликах апікс? Шестирамочники, да, полностью отводки, шестирамочники. Сейчас мы со временем, я в течение 2 лет перейду на полностью на пенопласт, откажусь от дерева. А давай мы трошечки про Apex порозмовляємо. Дивись, Apex – це ваша, твоя фірма, яку ви створили. Що, ну, давай трошки про Apex. Що це таке, що вона виробляє? Да, я один із собственників, да, один із собственників, который... Тобто я перебив, у тебе є компаньйони, я так розумію. Да. Потому что это достаточно большая, ну, как бы объем работы, есть большое количество сотрудников, то есть нужно коммуницировать, и одному это действительно очень тяжело, то есть нужна реально помощь. То есть я считаю, что как только я вот обрел своего партнера, наши силы утроились. То есть 1 плюс 1 получилось не 2, а 3. Вот. И ты сам видишь результат, что мы растем, и планов очень много. И я считаю, что... Ну, про плани я тебе трошки пізніше запитаю. Розкажи мені про вулики. Apex – це виробництво вуликів з пінополістирола. Ну, мені це відомо, в принципі, я для тих людей, які нас дивляться і, можливо, не знають. Вулики ви виробляєте на даний час які? Це шестирамкові? Шестирамочні, десятирамочні. В планы не спрашивай, ты же не хотел спрашивать. Я понял,
Мы изготавливаем улей из высокой плотности пенополистирола. Я тебе переб'ю. Це пенополістирол, ви його завозите. Що це за полістирол? Це спеціальний пищовий пенополістирол. Харчовий. Оце сам, це дуже важливо, тому що багато що, ну, там, харчовини, харчові продукти. У нас є доступ, у нас є розрішення прямого контакту з пищовими продуктами. Тобто за це переживати, хвилюватися зовсім не варто. Ну, вже, як показала практика, шість рамочок, які у нас вже більше 5 років. Ну, в мене особисто шестирамкові вулики вже 5 років. Ти ж оттуда качаєш і здаєш? Ну, проблем немає, але все одно люди не довіряють оцим новим технологіям. Ну, розумієш? І багато хто там просто хвилюється. Тобто, це харчовий пінополістирол, з цим проблем ми, якби, знаємо, що не буде. Немає. Знаєте, завжди удивляюсь люди, коли кричать, що це хімія, да? При этом живут в доме, где полностью все с химией. Ну, понятие химии – это растяжимое. То есть есть изоляция, есть правильные материалы, есть правильного качества. Так, ну, це можна довго про це дискутувати. Які переваги от ваших вуликів? И если сравнивать с классическим деревом все-таки, потому что наш основной конкурент дерева, да там просто как минимум то, что это намного теплее, комфортнее пчелам. Это основное преимущество. Это основное преимущество. Сопутствующее преимущество, конечно, сейчас качество изготовления ульев из дерева, ну, реально хромает. Ну, сейчас то и есть, деревина дуже дорога. И это цена. Раз. Потом, ну, у меня уже самого деревянных много ульев было. Каждый производитель там что-то 2-3 миллиметра разница, потом не сходится. Фальцевые, вот у меня нуклеусы были. Это ж ужас. Каждая весна. Это ж начинаешь там скотчем мотать, потому что дырки не заходят. Пытаешься одеть, оно повздувалось. Ну, дерево это все-таки дерево. В третьих или в четвертых уже. Но это нереальный вес. Вот вроде бы разница вроде бы там вроде 4-5 килограмм, вроде бы это небольшое количество, но когда ты умножишь это на сотни, да, сотни, когда ты таскаешь сотни, ну это огромный как бы вес на вашу спину, потому что это же потом, да, ну и конечно же сейчас очень активно используется для пакетного пчеловодства, для отводков. И все сразу в один голос говорят, что это взрыв идет развитие пчелосемьи. Ну, це все-таки основна перевага – це теплота, тепло. Конечно. І для малих, для відводків це дуже важливо. Я всегда пытаюсь пчел, они же удивительные животные, то есть они пчелы, они настолько, они лишнего движения никогда не сделают. То есть у них всегда все движения, они продуманы и эффективны, то есть со временем, то есть насколько их селекция. Ну и вы должны понимать, что если будет в улье будет 5000 пчел заниматься поддерживанием, грубо говоря, кондиционирования семьи, то есть поддерживание определенной температуры внутри улья, а тут в соседнем улье нужно не 5000, а 3000 для такого же комфортного поддерживания температуры. Что будет делать остальные 2000? Они же не будут просто сидеть, а они будут делать какую-то другую полезную работу. Логично же? Ну, логично. То есть получается, что просто использование энергоэффективного дома для пчел освобождает определенное количество пчел на работу. А это не только весной, но это во время жары. То есть больше пчел будут летать на медосбор. Ну и результат будет. Ну, результат видят обычно в первый же год сразу же люди. В первый же год это заметно. Ну, в принципе, да. Все зависит, что, ну, до прикладу, в мене шестирамкові вулики, особисто в мене їх 300. Ну, у нас більше 400 штук, то ми знаємо, що з ним робити, то нам він дуже, дуже вдалий вулик, нам він подобається. Це тут незаперечно. Заперечити важко. Що стосується планів? От плани по Апіксу, плани по на майбутнє, по виробництву, може щось є якісь? Нужно обязательно расширяться, то есть мы линейку будем делать 10-рамочных,
То есть это обязательно нужно закрыть все потребности пчеловодов. То есть, возможно, даже будем и 8-рамочные делать, возможно, и 12-рамочные. То есть посмотрим, насколько будет спрос в Украине. Плюс мы, конечно же, хотим занять нишу матководства. То есть у нас есть, конечно же, 6-рамочник, универсальный улей Нуклеус, да, то есть он может быть и Нуклеусом. Но есть и потребности матководов в других ульях, не будем говорить, какой конструкции. Микроволоки ты маешь на увазе. Я не буду сейчас говорить, то есть их много вариантов. У нас есть собственные разработки, у нас собственные есть. Я скупил большое количество разных и итальянских, и прибалтійських, і іранських, і турецьких. Тобто ти трошечки видивляєшся в когось те, і формуєш щось своє? Я, да, обов'язково спрашиваю больших матководов Австрії, Германії, Італії, які виводять огромне кількість маток, і також американських, і наших матководов. У нас большое кількість висококваліфіцированих матководов, у яких є своє мнение. Но, понятное дело, что для всех идеально не будет, но мы можем сделать удобный для матководства. Потому что я, допустим, сравниваю многих производителей, не только в Украине, и я смотрю на улей и вижу, что проектировал все-таки не пчеловод. Це часто таке буває. Часто буває. Ну, особисто ваш напрямок, ви орієнтуєтесь на український ринок? Чи це і за кордон більше, чи ну і от в цьому? Пока в основному це Україна, хоча у нас є успішний експорт Прибалтика, Германія, Молдавія. Думаємо розширятися, але поки в Україні настільки прогресирує пчеловодство. І я, чесно сказати, восхищаюсь українськими пчеловодами, наскільки йде такий швидкий рост. Ну, ти навіть це ж бачиш, що 10 років назад шестирамочна електромедогонка, це вважалося взагалі, це сверхсовершенство було. Це було супермодно, шестирамкова. А 100 сімей – це олігарх. Ну, можна олігарх. Так сказати, так. І прийшло всього лише 10 років. И у нас уже и линии, и у нас уже и погрузчики, и у нас уже и цеха, и у нас уже и пасеки тысячи семей, и уровень пчеловодства с цим я згоден повністю. Это всего лишь 10 лет. Мы дуже йдемо вперед. И я считаю, что в Украине мы в агросекторе очень, очень быстро и стремительно развиваемся и обгоняем многих соседей. Многих соседей. Потому что общаясь иногда с пчеловодами за границей, я понимаю, что у нас уровень пчеловодства как минимум выше среднего в мире. А я думаю, что мы уже скоро дотягиваем до топ. Ну, в нас є учбові заклади, в нас є професійні пасічники, є на кого рівнятись, дивитись, таких просто багато. Все банально вигідно це займатися, і все. Коли вигідно, быстро это все происходит, быстро обучаемость, но я все равно считаю, что в Украине пока перспективе именно промышленной пасеки, когда заходят большие деньги и собирают, и хотят промышленную пасеку создать с нуля, почему-то ни у кого не получается. И не получится, потому что хороший пчеловод, он сможет достойно обеспечивать свою семью и себя, работая только на себя. Ну, з цим я згоден. З цим я згоден повністю. Денис, я тобі дякую. Дуже таке в нас цікаве інтерв'ю вийшло. Я думаю, що колись ми ще з тобою зробимо ще інтерв'ю, де я буду тобі задавати такі питання, від яких ти будеш червоніти, можливо. Можливо, не будеш відмовлятися від них. Такі, які гострі питання. Бо ми все так, як то кажуть, вокруг да около. Ну, значит, дубль. А мені хочеться дізнатися. Так пусть пишуть коментарі, які питання їх інтересують. Друзі, пишіть в коментарях, що б ви хотіли почути, на які питання задати Денису в майбутніх наших інтерв'ю, і ми якось знімемо для вас нове відео. З вами був Іван Фабро, Денис Фадеєв. Всього найкращого, лайки, дізлайки.
Пока. О, подписывайтесь на канал Ханы Маны. Давай. Вы нам нужны. Давай, спасибо. Пяточек. Ханы Маны. Канал о деньгах в медовом бизнесе. Проект для пчеловодов, экспортеров и участников медового рынка Украины. Почему вам нужно подписаться на него прямо сейчас? Ханы Маны – это... Интервью с успешными пчеловодами и производителями. Еженедельные новости пчеловодства. Аналитика медового рынка в Украине и мире. Современные подходы и новинки. Полезные материалы по пчеловодству. Подписывайтесь на канал сейчас и становитесь лидерами рынка.